Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба трейдеров «Картель». Сегодня разберем работу в подбор, продолжение движения или еще данный прием нехитрый называется торговля смены рук. Смена рук представляет собой фиксацию позиций одними участниками и в случае наличия движущей силы на продолжение, подбор инструмента более крупными участниками и выталкивание его дальше, либо в продолжение движения, не обязательно с обновлением экстрема, но движения бывают довольно-таки широкие. Довольно часто эти ситуации происходят на крипторынке, новые листинги на биржах, в частности, да, там на Binance, когда заходит, либо на BitGet, крупные площадки. Новый капитал вливается. Мы с вами уже немножко касались этого момента, но там было у нас обратное движение, да, после импульса, то есть сначала импульс, и мы ожидаем контртрендовой ситуации в случае, если монетки после импульса укатывали. Вот здесь это следующая фаза, то есть импульс произошел, коррекция случилась, что дальше? А дальше мы будем стараться распознать действия участников, да, то есть когда монетку оттормаживают, как правило, формируя такое плоское донышко, или еще называют выход за уровни как шапочка, да, ну, то есть к шапочке мы привыкли, что сверху, а это снизу. После этого мы будем ожидать пробойную точку входа. Как правило, если волатильность спадает достаточно, то можно поставить адекватные стоп-лоссы и попробовать забрать движение. Монетка FIDO сегодня попала у нас на радар с утра. Движение было очень бодрое. Два минутных бара мы пробежали 20%. Считаю необходимым поделиться логикой принятия решения обо всем по порядку. Перед началом хочу напомнить вам, что в компании Gerchik & Co. организована проб-офисная торговля. Отличная возможность, я считаю, для новичков, кто не обладает достаточно большими депозитами. Если у вас есть готовая торговая стратегия, вы можете проверить ее с точки зрения уже эмоционального фактора, да, то есть как вы будете торговать при наличии существенного депозита, скажем так. Условия более чем достойные, я считаю, рыночные, поэтому заходите. Ссылочка будет в описании под видео. Значит, монетка FIDO. Давайте сначала с домашки. Небольшой комментарий этим ребятам даю. Да, у нас было дно. Давайте чуть-чуть поярче. Было дно. Это момент листинга на Binance. И была попытка ухода вниз. Изначально эта монетка попадала на шортовый лист, потому что, ну, после импульса ее укатывают. И при наличии пробойной точки можно было бы поработать и в шорт. Здесь срыв случился чуть пораньше. В общем, там тоже можно было чуть-чуть урвать. Но это такой прям очень-очень локальная ситуация. Значит, после похода под дно, да, мы вывалились и, откатив, сделали перелой. Тут такие тоже внутренние моменты. Все очень локально. На Binance истории нет. Возвращаемся, да, то, с чего мы начинали с вами в прошлый раз. Это проверка наличия истории на других площадках. Таковая оказалась, да, мы там были когда-то 1,6 доллара после листинга, даже до 2 с небольшим там поднимались, и вот нас ушатали. Значит, примечательно, что после того, как вот мы упали, да, и начинали здесь какие-то восходящие движения, то довольно часто после первичных импульсов и глубоких коррекций мы получали продолжение. И довольно часто эти продолжения были, ну, вот, не до перехая, да, но все равно движения весьма и весьма существенные. То же самое здесь у нас после импульса мы глубоко не ушли, под основание не ушли. Вот у нас была такая длительная торговка, и все равно здесь на выходе получилась пробойная точка входа. То есть это историческое поведение инструмента, да, то есть это было раз, это повторялось еще неоднократно. Очередное дно. И вот у нас листинг на Binance. На дневке это выглядело следующим образом, да, то есть у нас просто лой дневного бара после листинга. Дальше нас попытались укатать, и по факту то такой не совсем чистый, да, но как сложный ложный пробой, можно все это дело посмотреть. Значит, часовой таймфрейм, опорные точки, или даже давайте 15-минутку показать, так, наверное, будет более наглядно. Значит, откат, он у нас остается внутри паранормального бара, то есть такая внутренняя точка опорная, но
подходе опять у нас есть подтверждение, есть неглубокий ложный пробой. Здесь можно еще один поставить уровень локальный. То есть все зависит от того, где вы будете принимать торговое решение. Да? То есть будете ли вы ждать более узкую торговку, либо я сегодня такой, как это, плавание вольным стилем. В общем, вход на отмашь, стоп за откат, чистой воды средний срок. Ориентировался на пятиминутку. Первый у нас подлет был очень быстрый. Да, то есть здесь вообще нет никакой проторговки. Пролетели издалека, дали хвост, опору показали 30-38, думаю, может туда будут поджимать. Вместо реакции на ложный пробой мы встали под уровнем. И вот в этом баре зелененьком произошло открытие. В общем, немножко повозило. Открывался на двух площадках с разными плечами. Здесь был стопик 2,5% за откат и на мексе. Плечи подзадрал немножко и спрятался вот за этот откатик, да, то есть продолжение движения. Ну и финалочка, да, то, что произошло. Две минутки полетело. Было три звонка. 2-1, 3-1 и 5-1. В общем, все это сработало практически моментально. И пока открыл график, уже улетели. Ну и скрины с терминала, да, входа вот на зелененьком на этом выходе, и там, и там. И фиксации. Не забывайте фиксировать профит, особенно когда насыпают сильно больше расчетного, да, то есть 3-1 пролетели сразу 7 и далее там, далее 13, в общем, в первом случае и во втором случае там 21-1. Такие сделки бывают не часто, как хотелось бы, но с ними можно и нужно работать. Все, что нужно, да, самое главное, это дожидаться понятных ситуаций, где вы понимаете, куда прикрутить стоп, куда вы там рассчитываете потянуть. В данном случае там до отката долетели, я закрылся практически полностью, чуть-чуть оставил, покопить зеленые панелки, да, для, ну, как это, внутренней радости. Вот, дальше наблюдаем, будет откатывать глубоко, и если здесь будет формироваться еще одна точка входа, с радостью можно будет поучаствовать на продолжение, опять-таки дождаться ухода поглубже желательно, да, и затем сформировать длительную такую контртрендовую ситуацию, да, то есть у нас будет тренд будет направлен вниз, и по направлению основного движения, но локально мы будем работать против. Ждите формирования таких вот картинок. Чем дольше они формируются, тем лучше. Гораздо там понятнее, да, и чище можно будет посмотреть именно точку входа. И, что самое главное, можно будет поставить покороче стоп. Потому что взрыв волатильности, как правило, это дело сиюминутное, да, разгоняют очень быстро. А вот успокоение, то есть здесь даже вот так вот, если посмотреть визуально, у нас широкие движения, по-прежнему широкие, и вот движения успокаиваются, успокаиваются, успокаиваются. И вот с момента листинга до там формирования точки входа прошло несколько дней. С момента выхода под дно, да, мы здесь 2 дня формировали точку входа. Ну, поменьше там с вечера, да, с днем была ситуация. Так что все равно ждите понятные хорошие картинки, пользуйтесь стоп-лоссы, забирайте широкие движения. Всем профитов, пока-пока.